свистела, в грудь попала мне. Спасся я в степи на лихом коне. 1858 год. Год, когда был издан государев указ о возрождении казачества на территории юго-восточной границы судоходства по рекам Амур и Уссури. Вот они, эти истоки. Справа река Шилка, один из основных притоков Амура, слева – Аргунь. Ее именем был назван первый пароход, на котором осуществлялись первоамурские сплавы под руководством Муравьева. И неси меня, река, за крутые берега, где поля мои поля, где леса мои леса. А столетия назад смелый и предприимчивый землепроходец Василий Поярков первым из русских двигался этим путем, возводя по берегам остроги и поселения. Село Покровка, согласно легенде, возрождалось дважды. Вначале при Хабарове, потом при Муравьеве. Кто-то помнит вот вообще историю, как возникло село, кто здесь жил вообще? Где вот же эти... казаки, вы же, это, предки-то казаки же, наверное, были, да, забайкальские? Да, которые? Ну, так это да, нельзя было... сказать чем-то и посадят. Это да, это да. Да? Я прятала такую фотокарточку отцову. И упрятала, и найти не могу. До сих пор, да? Да. Там он в папахе служил, это 25 лет, наверное. Ну, то есть он казак был потомственный, да? Ах, так, видимо, раз Сашкой в папахе, а кто он был, неизвестно. Сашкой в папахе, да. Покровка – село умирающее. Живут здесь почти одни старики. Село приходило в упадок десятилетиями, особенно в лихие 90-е. Во второй же половине 19 века, как только сходил лед и полноводный Амур свободно катил свои шумные неукротимые волны, по ним спускались вереницы плотов. При переселении старались с собой взять из краев родных как можно больше, чтобы напоминало родное, близкое. Это представлен хорошо верстак, на котором женщины-казачки ткали ковры, ткани. Но более поздний период времени на это было мало. И у зажиточных казачек уже была практика покупного материала. То есть для простыней, наволочек на ярмарках приобретались ткани. А более простые казаки, они жили неприхотливо, и даже в домах не было принято постельного белья. И они спали на тюках, укрывались верхним платьем летом и зимними верхними одеждами зимой. Переселенцы из многих уголков России стремились на дальневосточную землю за лучшей долей. Села и станицы росли, как грибы. Люди переселялись сюда не только семьями, но и целыми селениями. Правда, сроки по переселению срывались из-за тяжелых дорожных условий. В связи с сильным обмелением Амура обнажались перекаты, и партии переселенцев подолгу дожидались пароходов. Когда заселение Дальнего Востока началось, дед рассказывал, что жеребьевка выпала на моего прадеда, и они приехали сюда. Но ехали они уже морем, их привезли во Владивосток. Уже Владивосток был маленьким поселением. Поселились они сначала в Камень рыболови, как рассказывали, там у него, значит, у прадеда родилась дочка, умерла, и он выпросил прошение у атамана, и весной спустились по Уссури и прибыли в станицу Гленовская, только-только она начиналась. Гленовская – это сейчас город Вяземский. Вот там и прошло все мое детство, я и в школу ходил там, и вот я смотрю на эти все старинные утвари домашнего обихода. Вот помню, я пацаном был, мне лет 10 было, вот медогонка, такая же медогонка у деда была, такие же корзины, такие же вот сбруи, снаряжение на коня, значит, хомут, уздечки, все это. Вот это мне все прямо вот сейчас напоминает мое детство, и как-то даже чувствую себя немножко молодцом. Юрий Проценко – потомственный казак.
Его родословная идет от полтавских казаков Румнинского уезда, основавших станицу Волошиновская на Кубани. Шел казак на побывку домой, шел он лесом дорогой прямой. В первых лет возрождения амурского казачества Юрий Владимирович принимал активное участие в казачьем движении. Первой ласточкой в то время была сходка семерых казаков в станице Хоперовской. Там же 9 мая 90 года его избрали председателем инициативной группы по организации казачьего круга. После гражданской войны кто занимался пчелами, держал хозяйство, те, в общем-то, и выжили хорошо, и всех детей своих выучили. Вот у моего деда было 6 сыновей, и всех он выучил. Все имеют среднетехническое, двое даже высшее образование. Но сейчас из них никого не осталось. Трое погибли на фронте, в том числе отец мой. Отец мой кончил Хабаровский автотракторный техникум. На фронте он был зампотехом полка и погиб в 1944 году. 29 декабря, как я помню, по похоронке. Трудно, а подчас и невозможно подсчитать и соразмерить, сколько людей, семей и целых сословий пострадало в годы Великой Отечественной. На защиту страны тогда встал весь советский народ. В первые ряды защитников Родины встали и амурские казаки. Несмотря на все эти трагические испытания, которые пришлось пережить им в результате антиказачьей политики, проводимой правящим режимом. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещаны одним, мы в груди храним. Сразу после революции казаки, которые пришли с фронта, они просто в силу демократических перемен в стране, в силу веяний Первой Государственной Российской Думы, просто не захотели воевать, отреклись от казачества под этими девизами, но тут же попали под репрессии. Потому что страшные репрессии, обрушившиеся в 19 году, они не дали казакам ни волеизъявления, ничего. В результате казачество здесь было на Дальнем Востоке большей частью истреблено. Поголовно расстреляно, репрессировано. В белом небе ни радости, ни испуга. Только скорбь Божьей Матери по России моей. Большевистские вожди видели в казаках чуть ли не главного врага. Дух свободы, независимости, самоуважения пугал их. А все потому, что казак изначально рождался воином. И этим определялось все его воспитание в семье. С 10 лет казачат учили стрельбе, а с 5 лет обучали владению холодным оружием и верховой езде. Мальчиков воспитывали гораздо строже, чем девочек. И жизнь их с очень раннего возраста была заполнена трудом и обучением. Главное понимание – почитание старших. То, что старшие, мало того, что они прожили больше и больше знают, они больше знают традиции, они больше знают обычаи, они могут подсказать вовремя, как себя правильно вести в той или иной ситуации, как правильно поступать, находясь среди других людей. Как правило, казачьего роду определяют даже, когда он себя об этом сам и не называет. Своеобразное ведение себя, что ли. Это достоинство, прежде всего. Ни перед кем не кланяться. Если ты прав, ты доказываешь свою правоту до последнего, несмотря ни на что. Некоторые говорят, вот меня дед воспитывал чисто по-казачьи, там в строгих режимах каких-то держал. Я бы не сказал, что дед бы меня вот именно по-казачьи воспитывал. Просто он меня к труду приучал, потому что я большую часть жизни жил с дедом, отец мой на фронте был, мама у меня
Она тоже казачка потомственная, она из донских казаков. Казак был универсальным человеком. И пахарем, и плотником, и кузнецом, и воином. Его не нужно было силой загонять в маршевые роты. По первому зову он оставлял плуг или кузнечный молот, брал шашку и винтовку, садился на коня или спускался в приграничный окоп. И мне Бог, и не царь, и мне воля, и не совесть. Все ему тюрьмы долой, да пожар до небес. И судьба нам читать эту страшную повесть. В воспаленных глазах матерей до небес. А что сейчас? Казачество медленно и трудно возрождается, но уже без былых вольностей и привилегий. Наши берега обнесены колючей проволокой. Она – заградительная линия для нас, но отнюдь не для наших соседей. Этот невысокий, но многочисленный народ, заполнивший бывшую Маньчжурию, богатеет и процветает. Без всяких пропусков и разрешений, плавая по могучей реке, они ловят рыбу, отдыхают и развлекаются. Для нас этот водный рубеж словно легендарное лето на Даманском. Лето 69-го года. Настоящие китайцы, они народ небольшой, мелкий. А маньчжуры крепкие. Они занимались земледелием, скотоводством занимались. А китайцы это вечные торгаши. Вот они по Амуру здесь вот населяли это Маньчжурия, считай, вот Благовещенский, Сахалян. Это же Маньчжурия. Вот еще одна из немногих тогдашних станиц. Ныне село Игнашино. Сельчане здесь или выживают, или доживают. Обнищание и упадок характерны для большинства амурских сел, как это ни печально. Деревенский погост, терпкий запах полыни, не аллей неухоженных плит, под крестами без, нет имен и фамилий, невозможно понять, кто и где здесь лежит. Что случилось с тобой, великий народ? Кто ответит за все? Кто ответит? Распрямись, не щади живота своего, и над родиной солнце засветит. Возродится России восток, албазинской иконой сияя. Слава предкам, их сила – исток для расцвета великого края. Мне кажется, вот даже на сегодня патриотизм – это главный фактор выживания вот, для амурского населения. Надо вот это понять, осмыслить нашим руководителям. Но границу-то надо держать, вот как казаки говорили, держим границу. Патриотизм в недавние годы был чуть ли не ругательным словом, и его стыдливо избегали. А обнищание деревень и сел стало общим явлением. Если в российской глубинке деревенская нищета унизительна и печальна, то на окраине она разительна и нестерпима. Переносить ее можно, уповая только на патриотизм и веру. Веру в стойкость русского духа. А раз есть храм, есть чистота духовная. Здесь нету, что тут есть? Да. Пьянка, наркомания. Да. И там есть. Я говорю, что там. И там тоже есть, но в меньшей мере. Там звенят колокола. Ну тут-то граница, а там-то, здесь-то самый рубеж. Вы знали бы, как наш батюшка бьется за границу. Мы вот буквально были в начале августа в паломнической поездке с ним. Угу. Правда, нас прорвалось, из 120 нас прорвалось 6. Угу. Остальных застряли. Угу. Не пустила нечисть. И когда узнали, что они сдали билеты, они не едут, это был день рождения цесаревича Алексея, его же у нас здесь храм. Да. Вот. И там каждый год собирается Обозино, крепость, Острог. Слышали? Да. Ну, если вы Нет, вы могли не слышать. Вот. Там собиралась паломническая поездка, два вагона, Благовещенск и Свободный, и там служился молебен. Угу. И вот этот раз мы ехали на Микрике, мы проскочили, тех не пустили. Я не вдаваюсь, не нашим православным рисовать нос. Батюшка сказал, это духовная борьба. Они сдали билеты, вернулись. И тем не менее мы там были, мы отслужили, мы помолились. И вы знаете, стоит поклонный крест.
метров 5 высотой. Надпись я вспоминаю, поэтому казакам, первопроходцам, чьими трудами здесь Россия. Слава Богу, что мы казаки, с нами братство, знамена и песни. От Карпатских гор до Амур-реки мы с молитвой этой воскреснем. Здорово ночевали, братья казаки! Слава Богу! За последние 10-15 лет амурское казачество убедительно доказало, что оно сыграло наиважнейшую роль в защите и развитии всего Дальнего Востока. Именно казаки покрыли себя неувидаемой славой в боях и при защите российской границы. А все потому, что в казаках несколько выше был демократический тонус. Посмотрите, какое знамя, а? Гордость амурского казачества. Казаки никогда не знали рабства. Отсюда их первое и главное достоинство – чувство внутренней свободы. Вместе с тем, органической чертой казака всегда была присуща ему любовь к порядку. Казак, он и есть казак. Поэтому вы должны гордо нести это высокое имя казака российского. Казаку всегда было ясно, что там, где нет равенства, там нет справедливости. А где нет справедливости, там нет нравственности. Это начало всегда лежало в основании строительства казачьей жизни. Здесь каждое слово – правда. Поэтому одним из основных направлений деятельности амурского казачьего войска является возрождение традиций по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения. Ведь дети, неважно, являются ли они потомственными казаками или нет, они – будущее любого государства. И от того, какими они вырастут, зависит будущее любой страны. Там, где служат казачата, там дисциплина выше, там порядка больше. Там вопросы боевой подготовки решаются на уровень выше, и там больше побед. Опыт показывает, что выпускники казачьих кадетских классов приходят в войска куда более подготовленными к службе, чем большинство их сверстников. Для казаков защита родных просторов, служба на благо Отечества, причем во все времена, считалась одной из самых жизненно важных задач. Не случайно молодежь от казачества, как правило, стремится попасть на пограничные заставы. Бывший под Ясаной уходил воевать на проклятие отца и молчание брата. Он ответил: так надо, но вам не понять. Тихо обнял жену и добавил: так надо. У нас в районе, в селе Лачаково, кстати, в нашем старинном казачьем селе, созданы военно-спортивный лагерь, там база есть. Значит, договорились, что после технической подготовки в летнее время ребята пройдут стажировку в этом военно-спортивном лагере. Кроме этого, ребята будут проходить стажировку и на погранзаставах. Учитывая тот общеизвестный факт, что с каждым годом в армию приходят служить все менее подготовленные призывники, проигнорировать стремление казачества, взять на себя часть функций по патриотическому воспитанию молодежи – просто глупо. Казаки не бегают на многомесячные самоволки, не расстреливают караулы, не покидают с оружием посты. Напротив, своим примером они невольно заставляют сослуживцев стремиться прилежно постигать ратное дело. Да и на службе, как это сложилось исторически, они готовы стоять не один год, как солдаты по призыву, а практически всю сознательную жизнь. В данном аспекте возрождение казачества и вовсе приобретает значение задачи государственной важности. Первое, что мы предлагали, это кадетское училище построить полностью в укрепрайоне. Но укрепрайон стали растаскивать, нам не дали. Решили, наверное, что детей воспитывать не нужно. Второе, вот здесь в первом микрорайоне на базе училища по повышению квалификации, общеобразовательный учебный комбинат. Третье, мы предлагали недостроенная школа в поселке Восточном. Великолепнейшее здание, рядом сельскохозяйственный институт, поля,
Можно заниматься коневодством, обучать офицеров, обучать аграриев, обучать людей экономики и менеджмента. Сегодня в Хабаровском крае насчитывается 3 кадетских класса. В поселках Ильбан, Лермонтовка и Бикин. Особой гордостью казаков в свое время был и казачий центр военно-патриотического воспитания и адаптации детей и молодежи «Сотник». Был. А что же сейчас? По ряду причин, не знаю каких, но администрация края, она была закрыта. Мы все равно прошли перерегистрацию и восстановили этот центр. Создали военно-спортивную базу в поселке Восточном, станичного, которая успешно работает. Вот, очень много молодежи занимается. Взаимодействуем с интернатами, школами. Вот. Особенно обращаем внимание на школы-интернаты, где молодежь малообеспечена, беспризорна. Добиваемся восстановления кадетского корпуса, который очень огромную роль сыграл в воспитании молодежи. И, кстати, его выпускники героически сражались за нашу Россию. Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в туман на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Я верю казакам, потому что знаю, облокотившись один раз на плечо казака, плечо не провалится. Я вижу в них своих помощников, и я думаю, что порядок будет наведен. Возрождаясь, российское казачество возрождает матушку Россию. Поэтому и сегодня казаки в авангарде всего нашего российского народа. Так было, так есть и так должно быть. Жаль только, что наши чиновники из Хабаровской краевой администрации не разделили мнение героя России, потомственного казака, генерал-полковника Геннадия Трошева. И до сих пор они считают, что казак обязательно должен быть в бурке нараспашку, папахе на бекрень и изрядно пьян. Это не тот ряженый, который нацепил себе генеральские погоны, шаровары нашил, черт его знает какие, а все по закону, все по указу президента, где определена и форма одежды, и оружие, и определено ношение этого оружия. Достаточно взглянуть на устав любого казачьего общества, чтобы понять, насколько абсурдны и неуместны обвинения в адрес настоящих казаков. Здесь черным по белому сказано, что за употребление спиртного в форме казак может быть сурово наказан, вплоть до исключения из войска. По уставу он должен хранить и развивать казачьи традиции, культуру, беречь достоинство и честь, почитать стариков, посещать в казачьей форме церковь. Казачьи традиции обязывают казаков быть дружными, выдержанными, законопослушными, идейными по вопросам сохранения государства, воспитания подрастающего поколения. Кроме того, любой казак должен быть неутомимым тружеником, систематически повышать квалификацию и профессиональные навыки, расти духовно и нравственно, с честью и достоинством, защищая наши рубежи. Казаки призваны своими предками готовить смену для защиты Отечества, для службы в силовых структурах Отечества, для того, чтобы наша Россия-матушка жила спокойно, безбедно и без всяких катаклизмов. В настоящее время перед амурскими казаками стоит очень сложный вопрос. На какой основе нужно возрождать казачество? На основе воспоминаний царских уложений или в русле последних проходящих в стране демократических преобразований? Если на основе жизни казачества до 17 года, это понятно. В то время четко определялись цели и задачи казачества. А если воссоздавать применимо к существующим сегодня реформам – тупик. Потому как в настоящее время только политические партии имеют право быть избранными и руководить государством. А как же казачье братство? Почему нет представителей от казаков ни в Государственную Думу, ни в местное самоуправление? Или правительству края выгодно ставить своих чиновников во главе вновь созданных казачьих общин, дабы управлять ими было легче?
То, что власть сегодня не обращает на нас внимания, вернее, пытается сделать вид, говорят, любую идею можно замолчать. Сегодня происходит то же самое. Но в стране назревает мощнейший кризис, потому что происходит объединение казаков. Просто некоторые пытаются забыть, что 15 миллионов казаков в дальнем зарубежье, 5 миллионов казаков в ближнем зарубежье и 10 миллионов в России. По сути, казаки – народ государствообразующий. Но мы не пытаемся сегодня создать государство, но и не надо нас так унижать. Когда мы первые идем в Осетию, и только после этого за нами тянутся войска, и потом Владимир Владимирович Путин говорит, а вот нам делали ультиматум, если вы не станете защищать осетин, то мы тоже выступим. Это были казаки. Поэтому сегодня так просто казаков со счетов не скидывают. И правительство ломает голову. Выпустив закон о государственной службе российского казачества, они раскололи казачество. Сейчас предпринимаются какие-то меры выправить. Вышла концепция развития казачества. Дай бог, мы люди в основном православные, что все это будет сделано правильно на государственном уровне, что не отделят от нас и не отправят на уровне какого-нибудь непонятного этноса петь и плясать. Мы не скоморохи, мы воины, в первую очередь. Сегодня на Дальнем Востоке, если верить официальным данным, проживает более 15 тысяч казаков. Создано более 200 казачьих подразделений. Проблема лишь в том, что подавляющее большинство из них нигде не зарегистрированы. Чтобы выйти из этой ситуации достойно, Совет старейшин во главе с почетным атаманом Амурского казачьего войска Владимиром Крюковым приняли серьезное и достаточно правильное решение – по созданию Общественного совета атаманов Хабаровского края. В который должны войти все атаманы независимо. Они общественники или реестровые. Совет атаманов избирает своего атамана общественного. И этот совет подчиняется по вопросам жизни и деятельности решения казачьих вопросов в крае советнику председателя правительства Хабаровского края. Что это может дать? Это может дать в первую очередь единению, возрождение главной традиции казачьей, казаки все братья. Кончится всякая буза непонятная, а будет идти целенаправленная работа среди казачьих обществ, основанная на традициях и обычаях наших предков. Ни для кого не секрет, что казачество, как таковое, это явление, присущее только нашей стране. Но куда бы ни забросила судьба русского человека, там обязательно возникает казачье движение. Сегодня казаков можно встретить практически на всех континентах нашей планеты. Они живут в Канаде и в Америке, Германии, Австралии, даже на африканском континенте. И все они в один голос говорят: «Слава Богу, что мы казаки!» Недалек все-таки за горами тот день, когда до Виктора Ивановича Ишаева дойдет то, что мы хотим делать, благие дела, и не намерены вступать ни в какие конфронтации, и получим поддержку и на уровне края. Тогда, я думаю, двинутся у нас и военно-патриотическое воспитание, и кадетские классы, и охрана общественного порядка, и работа по земледелию, и снабжение наших хотя бы ИТК, пограничных служб своими продуктами. Возможностей для этого очень много, лишь бы не было запретительных мер. Уходили из дома родного казаки, чтоб Амур покорить. В неизвестность шли снова и снова, чтоб России великою быть. Родина есть у каждого.